Всем привет! Сегодня пятница, а это значит, что мы будем смотреть за жизнью муравьев. И не просто смотреть за их жизнью, а будем их кормить. Кормить мы их будем гамурусом. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Что такое гамурус? Гамурус — это мелкий рачок, похожий на креветочку, такой же изогнутый, но сушеный. Итак, что нам надо для кормления? В принципе, ничего. Купить в магазине пакетик гамуруса и насыпать к муравьям, что мы сейчас с вами и сделаем. Ну что ж, давайте поставим на ускоренную и посмотрим, как они будут ее употреблять, эту пищу, и заодно последим за ними. Thank you.
и на этом все. Больше жизни муравьев вы узнаете в следующую пятницу. Оставайтесь с моим каналом, подписывайтесь на канал. Заходите в описание, смотрите ссылочки, заходите в группу ВКонтакте, там есть много чего интересного. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Всем пока!